Всем привет, с вами Музей роботов-трансформеров, и сегодня у нас на обзоре модель трансформера Ratchet. Модель выпущена в 2018 году в серии моделей студия Sega, его индивидуальный номер, номер 4. Он выполнен в Deluxe-классе. Давайте его рассмотрим. Персонаж фильмов о трансформерах, по-моему, вплоть до четвертой части. В четвертой части его, к сожалению, сливают. По-другому его уход из истории трансформеров на планете Земля сложно воспринимать. Да, можно заметить, что он автомобиль Хаммер службы спасения, или в данном контексте, по-моему, скорой помощи. Идет он в комплекте с такой вот пилой, она достаточно красиво смоделирована, ее можно присоединять на правое предплечье или на левое. Сейчас посмотрим, может быть еще и сзади. Нет, сзади никуда нельзя. Так, что же касается модели, у нее есть достаточно неплохая степень подвижности, голова поворачивается в принципе на 360 градусов, руки также достаточно подвижные, двойной сгиб в локте, то есть руку можно согнуть очень даже неплохо. Единственное, аккуратнее с этой частью, она, по-моему, на простом соединении, а не на шарнире. Так, и ноги. Нога вперед достаточно хорошо поднимается. Назад, к сожалению, не способна. Здесь присутствует вот такой вот элемент, который, в принципе, можно открутить. Он здесь присоединен на винте. Это уже будет адаптация модели под какую-то конкретную задачу. А здесь она аутентичная, то есть в том формате, в котором она задумана конструкторами. Колено есть, оно достаточно хорошее. И нога может, ступня может чуть-чуть вращаться в разные стороны. То есть она на болт-джойнте. Хорошо, трансформация. В принципе, она не очень сложная, но достаточно занимательная. Начинаем с рук. Выводим эту часть сюда. Поворачиваем вовнутрь. Отставляем в сторону. С правой стороны также. Далее возвращаемся к этой части. Бампер смыкаем, отцепляем этот элемент. В принципе, можно сразу заняться ногами. Для этого нам надо так вот повернуть сюда, соединить и здесь присоединить части. Можно ее туда завести. С этой стороны также. Вот это должна выходить к откидному элементу. Заводим сюда. Смыкаем. И фиксируем. И заводим вовнутрь. Немножко не зашел. Их вместе чуть-чуть легче смыкать, чем по отдельности каждого. И вот у нас получается половина Ratchet собралась. Далее нам надо повернуть вот всю эту, весь этот элемент в эту сторону. Только для начала поворачиваем голову
задом наперед. И уже после этого поворачиваем эту часть, создавая тем самым верхнюю часть кабины. И заводим. Только надо... Здесь есть пин. Надо вот так вот. И рука здесь цепляется. Создавая полностью бок автомобиля. Фиксируем крышу. Все. Автомобиль скорой помощи. Да, Search Rescue Fire Department. Поиск и спасение Fire Department. Может, это и автомобиль службы спасения, а не полнофункционально именно скорой помощи. Что мне нравится, здесь покрасили задние окна. У некоторых моделей Ratchet в предыдущих изданиях задние окна не покрашены. Очень красиво реализованная модель. Как машина, она может кататься, то есть это еще и достаточно интересная моделька. Оружие можно поставить с этого боку, с этого, либо присоединить к запасному колесу на крыше. Как зонтик выглядит. Вот такая вот интересная модель. Так, ну и в обратную сторону трансформация также. Выводим эту часть, поднимаем руку, выводим эту часть, поднимаем руку, так, отцепляем этот элементик, выводим ножки. Чуть надавить, и оно выходит. Открываем, отгибаем, выравниваем. Ноги именно у этой модели мне очень нравятся своей достаточной простотой и в то же время точностью соединений. Не у всех моделей Ratchet это так классно реализовано, как у этой. Здесь идет смыкание, сложный процесс открытия капота для создания определенного эффекта. Поворачиваем колесо и стыкуем вот здесь. Голова. Так, ну продолжаем трансформацию. Что нравится, вот колесом цепляется вот за этот выступ и достаточно жестко фиксирует его кабину автомобиля. Что мне вот действительно не хватает, это порта для присоединения, например, к спине этой пилы. Очень сильно не хватает. Плюс вот этот элемент могли бы сделать с дополнительным сгибом, чтобы его вот сюда можно было загнуть и, например, присоединить к одному из этих элементов. Но
как спроектировано, так спроектировано. Это уже законченная модель, законченное произведение искусства со своей необычной формой и дизайном. На этом, в принципе, можно завершать обзор модели Transformer R4 из 2018 года. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей. Всем до скорых встреч!